Туркестанская область в прошлом году поступила 537 миллиардов тенге налоговых поступлений. В результате темпы роста по сравнению с прошлым годом составили 137%, из них 385,5 миллиарда республиканский бюджет, 149 миллиардов местный. Об этом сообщил руководитель управления Департамента государственных доходов по Туркестанской области Сауле Ширенбекова. То, что в последние дни наша экономика растет, а наша область процветает, тоже положительно сказывается на налоговых поступлениях. Тем не менее, в направлении увеличения доходов государственного бюджета департаментом в результате проведения в прошлом году работы по налоговому и таможенному администрированию выявлены и взысканы дополнительные источники доходов на сумму около 29 миллиардов тенге, сказала Сауле Абдашимкызы. Также в настоящее время предусмотрена возможность получения 38 видов услуг в электронном виде из 42 оказываемых органами государственных доходов. В результате по итогам года 99% услуг в области оказано в электронном формате. Кроме того, на брифинге руководитель управления департамента Миранбек Кукенов сообщил о введении всеобщего декларирования. В прошлом году прошли декларирование работники государственных учреждений, их супруги, а также работники и супруги субъектов квазигосударственного сектора. В этом году должны пройти декларирование средств руководителей, учредителей, супругов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и супругов. Аружан Жаринбаева, Диана Блязис. Новости.